Працягваем выпуск. У Гомеля отбылся финальный этап областного конкурса «Спадщина». Его удельниками стали навученцы и работники установ профессийно-технической и средне-специальной эдукации. Главная мета конкурса – выявление и поддержка талиновитой молоди, а так само профориентация. Попередние туры стартовали в листопаде минулого года. Тогда было заявлено 250 работ, и только 50 прошли у финал. Сярод удельников опошнего этапа – будущие будовники, повары, цирульники, наставники, музыканты и представники інших профессий. А в своей праце яны рассказывают с допомогой поэзии, хореографии и истории. Так, у одной из номинаций удельники представили доследшие работы. Журы заслухало доклады о працовных династиях. Некоторые выступления сдивили глубиной проведенного доследования. Мы хотим показать многогранность профессии профтехобразования и самих учащихся показать, насколько они творческие, талантливые дети. На награждении церемонии мы планируем и будем это делать. Мы пригласим старшеклассников всех наших учреждений образования города Гомеля, чтобы они в полной мере смогли ознакомиться с теми замечательными профессиями, которые есть в профтехобразовании. Намагання конкурсантов оценивают журналисты и представники громадских организаций. Урочистая церемония узнагороджання переможцев отбудется 3 лютого.